Представляем вашему вниманию аппарат для М8А. Аппарат на 8 унций, достаточно большой котел имеет. Аппарат очень качественно сделан, качественное покрытие имеет. Вкратце остановимся на панели управления. Какие кнопки мы имеем на панели управления? Значит, первая кнопка — это кнопка вращения, которая включает и выключает вращение мешалки котла. Следующая кнопка — это кнопка нагрева котла. И третья кнопка — это кнопка, которая включает освещение витрины и включает подогрев дна. То есть аппарат этот оснащен функцией подогрева дна, что очень неплохо. Ваш готовый попкорн будет всегда находиться в теплом состоянии, что, соответственно, приятно вашему покупателю и увеличивает объем продаж. Значит, остановимся детально на конструкции аппарата. Значит, дверцы изготовлены из оргстекла. Качественно выполнены петли. Особое внимание стоит уделить стойкам. Стойки — это не просто из листового металла согнутые уголки, а из алюминиевого профиля выполнены такие вот стоечки. Они очень надежные, очень прочные. Соответственно, улучшают внешний вид конструкции и, соответственно, долговечность его. Значит, нижняя часть выполнена из зеркальной нержавеющей стали. Втыкной лоточек также из этого материала. Котел выполнен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием внутри, антипригарным. Значит, кронштейны. Два кронштейна выполнены из алюминиевого профиля, достаточно прочные. Вот сверху есть магнит, который удерживает крышку в процессе обжаривания попкорна, когда попкорн обжаривается и поднимается вверх. Значит, сейчас покажу вам, как работает механизм. Да, поднять крышку сначала. Механизм опускания котла. Вот таким вот образом высыпается готовый попкорн. И ставится обратно. Стоит отметить, что очень качественные комплектующие используются. Все хомуты, кабель-каналы, все выполнено на должном уровне. Значит, красочный аппарат, красный цвет имеет. Привлекательное изображение на фасадной части и на верхней части аппарата. То есть, по нашему мнению, аппарат на данный момент вне конкуренции по соотношению цена-качество на рынке Украины.